160 комплектов наград по четырем дисциплинам разыграли на первом Всероссийском фестивале единоборств «Наследие». Массовое соревнование с участием 500 спортсменов принимал Щелковский спорткомплекс «Подмосковье». Общероссийская общественная организация по развитию восточных видов единоборств ОСЕ развернула на паркете манежа несколько площадок для состязаний под дзюдо, смешанным единоборством, тайскому боксу и новому виду единоборств – ножевому бою. 6 возрастных групп, география участников – Москва, Курск, Башкортостан. В промежуточном поединке в смешанных единоборствах 9-летний Артем Хохлов из Курска поборол соперника. Как тебе удалось? Мне подсказывал тренер. Сложность, там заболели чего. Мероприятие у нас развивается, набирает масштабы. Но если брать в рамках фестиваля, он такой первый. Ажиотаж большой, желание большое участвовать. Ну и, соответственно, турнир достаточно интересный. В таком формате будет жить. Из победителей сформируется команда для участия в следующем фестивале единоборств и соревнованиях по триатлону «Юный спецназовец». Так, из одного турнира в другой Россия создает спортивное наследие. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.